Здравствуйте, один лад, пожалуйста. Хорошо. В холодные осенние дни так приятно согреться за чашечкой любимого кофейного напитка. Тем более, что во всем мире 1 октября отмечается День кофе. Чем не повод заглянуть в маленькую уютную кофейню? Кофе – один из самых популярных напитков во всем мире. Он бодрит, поднимает настроение и заряжает позитивным настроем. Именно с кофе многие люди начинают свое утро. А с чего начинается утро у профессионального бариста? Кофейня начинается с кофемашины. Кофемашина – это сердце кофейни. И первое, что мы делаем утром, приходя в кафе, мы включаем кофемашину на прогрев. Потому что это занимает какое-то время. И к началу рабочего дня кофемашина должна быть прогрета. Второй шаг – это эспрессо, потому что первую чашку эспрессо мы никогда не отдаем гостю – это правило. Главный человек в кофейне – это бариста. Именно он создает магию кофейного напитка. От мастерства бариста часто зависит вкус самого кофе. Чтобы стать кофейным волшебником, нужно всем сердцем любить свое дело, стремиться к творчеству, постоянно повышать свой уровень, а также уметь найти ключик к любому клиенту. Это умение разговаривать, потому что каждый барист на самом деле должен быть хорошим психологом. Потому что мы постоянно работаем с людьми, люди бывают разные, и часто люди приходят поговорить. Потому что кофе можно купить и в кофеавтомате, только он не разговаривает. В кофейню «Ароматная чашка» хочется возвращаться снова и снова. Здесь своя особенная энергетика и уютная атмосфера. Но самое главное достоинство кафе – это натуральный и качественный кофе, который делают с душой профессиональные сертифицированные бариста. Мы очень ответственно подходим ко всем или к каждому процессу приготовления наших напитков. Начиная от подбора ингредиентов, это, собственно, кофе, молока, и заканчивая профессиональным подходом к его приготовлению. И на выходе мы получаем стабильное качество, и все наши гости четко знают, какой вкус кофе они получат в своей чашке, и они его получают. В кофейне «Ароматная чашка» вы найдете широкий ассортимент как горячих, так и холодных напитков, кондитерских изделий, натурального зернового и молотого кофе. Кафе предлагает подарочные сертификаты, а также услугу по сбору кофейных наборов на любой вкус. Кофейня открыта для вас по адресу: улица Железнодорожная, 16, строение 6. Ориентир – автосервис за бывшей столовой «Елочка». Приезжайте за настроением.